делать операторы из своих фильмов, камеры. И когда у вас заканчивается фильм, он там Q&A, ну и люди чувствуют, что ну, как, хотят свалить раньше, начинают. Я думаю, эти, там эти люди специально стоят, и людям трудно уйти, и потом они говорят, ну что, какие-то вопросы, наверное, я готов ответить. Я помню, тогда даже блокнот записывал, как американцы существуют. У кого из вопросов? Да, на самом деле, смысл вообще всей этой деятельности ну, как, максимально не доходить до тех людей, не причинять им дискомфорт с тем, что мы пытаемся снять, там, сказать, а то если кому-то станет скучно, вы придите домой, и все такое. Ну, не надо ломаться как-то всегда. Типа, ну, кто-то, если станет, уйдет, то помните, что русские режиссеры, они очень хорошо на тренировку смотрели, любой этот очень тебе трудно даже когда твой сын говорит, что я тебя слушаю, потому что ты хотел интересно, потому что я сейчас говорю, тебе не интересно. Ну, твоя мне хорошо. У кого-то вопросы? Да, я тоже такая идея, но можно какой-то другой вопрос задать. Буквально 10 секунд. 10 секунд. А вопрос остается, Гинджан, по-моему, да, что почему только сделали, и это было очень эгоистично, только зима, а тогда дверь открытая. То есть ты на всех ушел, но дает тебе шанс, вернешься и что все будет продолжаться. А ты думаешь, что это типа полностью документальный фильм, который, ну, это же не просто... Нет, я понимаю, что кино, я понимаю, что кино. Ну нет, это фильм, его все равно нужно... Ну, то есть, чего фильм происходит, это норма, это одно, да. А ведь, я так понимаю, там после еще точно не мучили, вот, женщины царялись. Да, там чуть. Это же химчик. Ну, отчасти, наверное, химчик. Какой вопрос давайте сведем, это я готов ответить. Не жалко ли было? Ну, я понял, что это не документальный фильм, и ответ вроде как нет, не жалко, с чего мне ее жалеете? Нет, если представить, я не говорю еще не почему, если представить наши 5 лет с момента нашей встречи, как ни странно, на вечере английской болезни, где она даже была организатора, а вот это удивительно, это была встреча. И с тех пор мы испытали такую целую радугу эмоций, где жалость друг к другу, да, это одна из частей спектра. Все эмоции, которые мы можем, включая даже такие очень странные. Ну, Наташа, ты более сама можешь. Когда ты снимаешь что-то кино, когда ты снимаешь что-то кино, то ты не можешь испытывать себя жалость, потому что ты понимаешь, что данная ситуация, она крутая для фильма. Никакой жалости. Зачем? Я смотрю, что испытывает жалость своим актрисам. Они сами понимают, что они не хотят для того, чтобы это крутая роль. Потому что ты знаешь, что это будет. И все. Ну, я не знаю, что это потому что это хороший материал. И это мы делаем много раз, и у нас есть группа.
получили, ну, в этом фильме содержится призы, потому что мы даже сегодня смогли монетизировать нашу ссору. Ну, пока это не так, конечно, наша ссора получили деньги, да. А это не так, конечно, пока мы будем там где-то вплоть, там все неврозы превратились, там, огонь за голову и так далее, и супер монетизировать. Но мы нашли свое, мы нашли свое. Еще вопрос. Я такой человек, что через
ничего не говорю, удивительно. И я таким образом слушал звонок с братву и сказал, ребята, снимаем в кино за 3 дня, встречаемся там, и там у нас будет настоящий секс кадр. Ну, все такие, ну, ладно. Кто снимает? Я говорю, ну, вот ты и ты. Ну, надо. Ну, вот так, начинается за 3 дня, я все снова на себе. Вот, и так далее. То есть тут важен порыв. То есть если он вам пришел, и если вокруг какие-то люди, которые вам говорят, давай. Если вы такие, знаете, у нас есть всегда соблазн, да не надо, не сейчас. Мы наслаждаемся вот этим эгоистическим легким таким немножко фастфудом, да, такое ощущение, что нет, я в отрицании. Отрицание тоже содержит энергию, такое приятное, но потом это же деньги. Вот лучше из этого отрицания вырваться как испанцы и сказать «да», потому что стучаться в возможности не каждый. Стучаться всегда, бесконечно, ну, с какой-то периодичностью, мне кажется. Вот. И я вот всякий раз, когда смотрю, я считаю, что нам очень повезло, потому что мы стали. Очень повезло. Уже не легко все-то состояние. Хотя я хотела спросить, если я кому-то захочу посоветовать этот фильм, возможно ли где-то когда-то просто найти? Да, мы через полгода мы должны его увидеть. Ладно, не каждый сможет его посмотреть. Ну, мы точно так же поступим, как на своем уровне, как на радиоканале, мы уже все фильмы оставим номер карточки. И просто, ну, действительно, здесь все идет на вопрос, должны ли мы тратить деньги других людей на самовыражение. Ну, как бы, просто весь третий путь, да, ну, как любой путь, знает слово, не отрицание и не принятие, как бы, вот, типа, либо чужие деньги, либо я ничего не снимаю, а третий путь. Этот третий путь прекрасен. Он, на самом деле, если он точно для людей, потому что если было бы только это или это, жизнь должна была бы суровой, мы могли бы подозревать, что действительно, Бог это такой немножко хитрый какой-то скандинавский режиссер, который там плетет и дает деньги, и хохочет, когда мы попадаем в его жены. Если этот третий путь, он открыт всегда, и вы должны смысле как-то объяснить. Ну, я использую разные формы воздействия на себя, да, вот это реальность, в виде там гран-при кинотавра, или там фильма «Здание», который собрал по 200 миллионов, и я вот впервые обувь в своей жизни купил, а снес зарплату на фильм, не осталось, чтобы мне перечислили процент от проката. Ну, это очень редкое явление. Вот. Но деньги, которые мы можем зарабатывать с этим фильмом, ну, совсем другая вибрация. И, ну, как бы, а это как бы у нас пост, если мы были деньги за самовыражение. Ладно, набрать самовыражение еще больше. Такая хитрая конструкция, я как всегда сейчас вот эти моменты, где мы можем что-то монетизировать. Поэтому вот эти гигантские дубли, которые я наверное рядом стал, ну как предлагателем актерам, конечно, все были в шоке, когда я предлагал трехчасовой дубль. Вот, и в этом фильме использовалось это вот часовой, двухчасовой дубль. Вот. Когда они сначала, потом все другие что имеется в виду, при двухчасовом дубле просто человек возвращается в то состояние ребенка, при котором он играл ковры, со всем, что попадало под руку, был абсолютно захвачен этим процессом, у него вообще не было такого ума, было полное присутствие в этой игре. Например, когда я пришла в квартиру Маши и пряталась в туалете, в какой-то момент я реально думала, что я реально прячусь в туалете Маши, и что мне реально сейчас встречается. То есть у меня вдруг Юрий Васильевич, он говорил, что есть такой метод игры, как психобольница, это когда ты немножко не понимаешь, кто ты, персонаж, или это как бы, или это ты, и когда ты уже не думаешь, кто ты вообще, ты просто погружаешься в эту ситуацию настолько, что ты воспринимаешь как реальность. Вот в какой-то момент это было на самом деле, да. То есть это была реальность в какой-то момент. Особенно метод импровизации, он позволяет тебе не написанный текст погружаться в это. То есть ты реагируешь так, реагируешь на тот момент, когда ты там присутствуешь. Ну, сила Наташи, как оказывается, в том, что мы как раз головой ничего не делаем, это не просто столовой забрать, потому что, мне кажется, разбор хороший театр абсолютно не имеет смысла, потому что технология другая, и ты должен прояснить, как кино, это искусство такое, это как бейсбол, там все стоят, чешут яйца, там бац, и сильные эмоции, да, вот, и в кино также, люди ждут, чтобы потом выплеск, выброс, там на цену или надо просто в эту секунду отдать что-то интересное взгляд, с полным доверием режиссера, интересную фразу, удивить эмоции. И потом ты собираешь, монтаж создаешь это уже как немножко импрессионисты, такими пятнами, там, меняешь мелодию, меняешь реплики, вкладываешь другие слова, там, это, то есть это вот такой процесс. И в этом смысле, с Наташей, да, было легко, ты понимаешь, вот, как говорят, что сложно работать с животными, но у животных есть такой плюс, что они все-таки не просят разбирать, да, у них есть такой плюс. Так вот, это сочетание животных,
датчики субтитры делать не будем, чтобы вот телефон перемотал, то ты там, в отличие от Games World, там все-таки потребовал, там он член, все-таки японский, там специально делали реалистичный. А ты же не знал, что так возможно, что там член, еще настоящий. Я думаю, что фонтрейлер не умеет шутить. Слышь, что шутить? Здесь же ситуация как раз та, вы разыграли эту ситуацию, тем более, да, в таком аспекте. И, по сути дела, ваши герои, они, ну, совершенно примитивны, да, краски. Да, даже можно примитивную слово оставить. Да, это самое. То есть у них нет таких, скажем, ну, вот, ну, совершенно так, значит, эти проблемы. Вот, собственно, мне не вполне понятно, какую цель произведут фильм. Я понимаю, я пытался как раз рассказать. Можно я закончу? Да. Некоторые вот вещи, я понимаю, они построены на абсолютно зря. И, ну, можно я не очень сильно, конечно, слежу за современным кинематографом. И наверняка какие-то есть аллюзии и какие-то подачи в другие фильмы. Ну, я не очень люблю. Вот. А сама цель фильма, меня не очень понятно. То есть, вы разобрали свою боль и какой-то результат. Собственно, что происходит? Моя задача. Тут вопрос только в том, вот чтобы понять, как я сейчас отвечу, нужно, чтобы моя жизнь не получилась, а я был такой тройной пиздец, после которого я стал буддистом. Тройной. А фильм провалился, и девочка ушла, и с ребенком, и как я не со своим сыном, он и моя эскалация сложных отношений, потому что вы видите его там и так далее. Вот. И в этот момент, когда ты начинаешь медитировать, вот просто то, как вы спрашиваете, это фильм с другой плоскости. Мы просто хотели это сделать. Мы просто хотели это сделать без пафоса и без привлечения того, о чем вы говорите, потому что этого очень не было благодарения сколько. Я четко понял, что его. Я сейчас понимаю, что все претензии или как бы системы координат, которые существуют, это, конечно, ложь. И, конечно, люди просто действительно маятся, потому что, по большому счету, это пример, как бы сказать, это то, как этот фильм существует вне каких-либо ограничений. Я не знал, почему. Я 2 года добавлял, убирал, пока не пришел к тому, что, конечно, фильм был абсолютно примитивным, мелодрамой. Потому что, чтобы он воздействовал более эмоционально. И вот элементы интеллектуальные, таких гадарских всяких штук, они в итоге, их становились все меньше и меньше, можно сказать. Вот. И поэтому просто у меня не было варианта, как если вы знаете, типа, я такой сижу, это можно так описать. И я так думаю, действительно, слушаю людей, как-то читаю критику, и тоже киноманы, тоже все про это знают, как думаю, ну что же фильм, действительно, это примитивно. И вдруг приходит мужчина, который сидит в кафе, в Старбаксе, похож на Иисуса. Ну, я говорю, слушай, Паш, я сейчас это говорю, реально второй прыщик. Она очень короткая, а ну, это не будет. Странно. Я говорю, чисто для тебя. Это такой срочный странный второй прыщик для меня, но вот это. Он говорит, слушай, Паш, ну, как бы, ну, дело вообще не в этом, о чем ты думаешь. Ну, просто сделай, понимаешь? Я говорю, ладно, окей. Просто сделай. И потом он почувствует, и потом использует не мозг, а вот это место, чтобы ощутить, правильно или нет. И оттуда оно приходит, что все правильно. Понимаете? И что это вот если бы я там выбирал, если бы фильм, вот 2 фильма, которые действительно эти давали ощущения. И другие тоже, они тоже искренне по своим сценариям, но они такие довольно такие смешанные, да, эмоции. Но я тут рядом про маму, умирающую от рака, отдающую родителям своего ребенка, отдающую родителей, который снимался с участием людей, которые реально болели. Через их опыт и с их участием очень долго. И вот этот фильм, они почему-то по-другому резонируют. Они резонируют вещи, когда ты перестаешь слышать в мозг. И возникает какой-то, как будто ты начинаешь понимать эти сигналы, совсем другие, где ты свободен уже от того, чтобы ждать результата. Ты абсолютно свободен от того, чтобы гадать, понравится фильм или нет. Потому что то, что там происходит, это касается каждого из нас. Вы говорите, что это примитивно, но я с творчеством и угодом считаю, что не более актуальна, что сексуальная настройка связана с высокой деятельностью людей, что если там на нижних чакрах нет удовлетворения, есть табу, есть закрытость, то все, что мы делаем на
еще как профессионалы, там, журналисты, все хранится, знаете, чем таким раздражением и неудовлетворенностью. Оно все хранится вот этой нереализованностью на нижнем уровне. И когда я реализую, вспоминаю этот нижний уровень и делаю эту хрень, которую я не могу представить даже 5 лет назад, еще что я делаю и показываю вам, то вдруг оказывается, что моя вся другая деятельность, более сложная, она начинает быть более эффективной. Эффективной, то есть вдруг буду я там физик, какие-нибудь такая. И в этом смысле, по сути, в этом нельзя считать примитивным это. И вы знаете, у меня такая тенденция, есть вот это IQ, типа вот язык, как на себя воспитывали, помнить информацию, превратить ребенка в такой бледный породу на ногу, как мы называем сегодня. Грудный типа. Типа он такой, ну хорошо, опять там выиграть Google. Сейчас какая информация, что я получу. Но потому что понимаешь, что ему не надо этому сильно учиться. И это не очень актуально. Ребенок в этом сведении, у него есть только IQ, это когда речь идет о эмоциональном интеллекте, когда человек лучше понимает себя, свои желания других людей и открыт свои желания, и готов их реализовывать, готов быть нелепым, глупым и так далее. Да? Потому что на самом деле вот этот фильм подобен уже какой-то сексуальной реализации, да, которая, ну как бы, на самом деле до того, что человек освободился от чего-то, если он довольно эффективный, или менее раздражительный. Если вдуматься, наверное, это антифашистский дух, потому что, как бы, если бы лидеры каких-то двух стран, которые, да, знаете, есть такая мода, что враждуют страны для соседей, и у них какие-то друг к другу претензии, типа концептуальные, и точно реальные. Никогда не идут, чтобы Перу конфликтовала с Новой Зеландией. Эй, Новая Зеландия! Блин, у нас какие-то с тобой размышления, давай воевать. Всегда соседи, почему? Ну, они как муж и жена, у них какие-то нерешенные, да, там, моменты, с них чаки. Вот если два президента, то всегда говорят, ребята, или войну, или можно войну. Все, война, окей. Будем верить, что война нам всем поможет. Окей, первый раз нам война поможет. Но ваша же предлагает такую тему. Идете в стриптиз, бар, идете там к проституткам, работаете ночью, хотите. Утро заходите на эту ситуацию снова. Я вас уверяю, эта глупость могла бы спасти реально или уничтожить. Вот эта глупость. И здесь можно не меня слушать, а надо быть Уильяма Райана, единственного человека, чьи книги сожгли в Америке, кроме Гитлера, который всю жизнь пытался нам сказать, что фашизм связан с сексуальностью. Всю жизнь. И этого гуманизма, и порнография только существует. Знаете почему? Ну потому что ее отдали в руки людей, которые мы снимали какими-то грязными камерами в подворотне. И слово «порнография» изначально вдруг стало ассоциироваться с голым телом. Вдумайтесь. Это ведь мракобесие, но и то, что земля плоская. Порнография — это взгляд. Пошлость — это не голое тело, пошлость — это взгляд, порнография — это взгляд. Это, и поэтому, мне кажется, Богу как создателю, он подобен тому режиссеру, которого очень сильно не понял. Потому что когда слово «порнография» называется вообще просто «голое тело», это странно, ну, блин, член, это же мое изобретение, это же как Порш. А если, блин, это надо просто сказать, что я просто использовал технологии Порш, тогда они не стали доверять этому. Потому что это странно, вот я не знаю, вы реально будете на этих форсаж гуляли. Но вот если вы гуляли на этих форсаж, вы заметили, что это фильм про город, и там есть машины. А когда мы идем на фильм про любовь, то там начали. Я представляю такой форсаж для люди, когда приходит Дмитрий. Эксклюзивная стандартная версия форсажа с машинами. Смотрим, что мы не говорим, только для вас, ребят. Это было бы странно. И этот фильм, поэтому, вот смотрите, по поводу того, что я сам думаю, мне нифига не примитивно, потому что довольно странно, что мы все еще имеем эти табу, и развитие начинаем, появление нового гаджета, который на самом деле не отвечает на главный вопрос, счастлив или нет. Пока ты не отвечаешь на вопрос, счастлив или нет, ничего не произойдет. А ваши люди меня не понимают, просто я уже не могу ей прогибнуться, слава Богу. Я просто не отвечаю, как могу. Простите, но у нас... Да, у нас есть такая штука. Я сам же виноват, да? Да, я сам виноват. Но вы знаете, как только я начинаю с каким-то типом или автором спорить, я внутри себя это заканчиваю. Ну, потому что это не имеет смысла. Ну, я так придумал пример. Может, если я покуплю, я, может, и финальный фильм могу снять, как секс или метафизика. Какая разница? Я же вам от души ответил. Зачем утыкаться к словам? Ну, а я вот так сказал, секс вообще просто. Если мы все люди, секс влияет
в достаточно сильной форме на то счастье, что я приму. А с буддийской точки зрения, счастье, я не имею в виду удовольствие, я не имею в виду достаток, я не имею в виду успешность, я не имею в виду состояние счастья, когда нет ни страха смерти, ни сожаления о прошлом. Он, конечно, вот с этим связан. Я вам так скажу, я как автор фильма. После, когда первый раз у меня был секс втроем, как только я думал, вдруг это все испытал, первый раз, знаете, о чем он был? О Боге. Я это понятие только ощутил полностью и почувствовал, когда упала эта стена желания, которая, видимо, должна была упасть, реализована, я увидел новые проекты, новые вещи, и я никогда бы не снял фильм и не стал своими документальными фильмами в поддержку людей, которые болеют раком, и проектов достаточно много накопилось уже, если бы я не обратил внимания на свою удовлетворенность на себе. 100% этого никогда не произошло, вот я вам говорю, свой пример. Вы говорите, что физиков приведете, я могу вам только про себя рассказать. Зачем мне физик? Я тоже не физик. Наташа, ты не физик, случайно. У тебя там три образования, кстати, в отличие от меня. Спасибо за фильм. Да. Это было здорово. Павел, скажите, вы работаете на тему рисования, уже не первой вашей картины, и очевидно, что это какая-то форма терапии через творчество. Не знаю, как бы я так почувствовала. Сколько картин нужно снять для того, чтобы вот эта терапия считалась завершенной? Насколько эта тема для вас проработана, и будете ли вы дальше развивать, может быть, вы какому-то другому вопросу обратитесь? Нет, мне кажется, что я перестал верить так сильно в эту терапию. Когда вы верите в терапию, вы верите в болезнь. А болезни никаких нет. Это с умом, знаете, если вы медитируете, то вы думаете, о, стоп. Вот я сейчас в этом моменте, а мой мозг говорит, завтра у тебя будет там типа показ на московской истории. Блин, он сам решил для меня, а что для меня важнее, он сам решает. И так же мозг решает, да? Достаточно обратить внимание на то, что мозг рассказывает вам историю про болезнь, чтобы она полностью исчезла. И просто заниматься по жизни. Почему происходит как-то там вот эти все штуки всякие? Потому что там мозг очень сильный, это как лошадь. И ей надо смеяться как это. А нам продали цивилизацию, чтобы помести эту лошадь в золотой стул, туда есть золотое СД телевидение, и карточку ей в золотую лошадь, чтобы она там дорого покупала. И пусть вот она может либо чуть немного смотреть, и лошадь сюда, уму нашему сюда, в плане потребления, даже у Людовика 14-го не было таких кайфов, как врачей. Он бы офигел, он увидел классно даже, что там можно смотреть, это даже вообще там какой-нибудь спорт за мной. Он бы это делал, но лошадь хочет скакать. Поэтому тут, понимаете, вся терапия очень простая. Лошадь надо скакать, чтобы она скакала, чтобы мозг что-то делал. А что? Да у каждого есть это свое что. И когда ты его находишь, это в целом вообще терапия лишь всего, когда мы с Наташей познакомились, и я ходил в караоке, где она не была, и я рассказал, что это был момент с целью, потому что как из фильма она не увидела индивидуальную расу. Там я такой немножко Брэдли Купер, она такая Дженнифер. Блядь, Дженнифер, ты не будешь работать в караоке, у нас будет своя бэнд, своя группа, я тебе говорю. Он говорит, ну да, я тебе верю. Он так такой же, как фильм, он говорит, да, ты у тебя вроде честные глаза. Ну, примерно так. И потом мы действительно создали свою группу, и когда мы ее создали, я их сорвал, я очень простую штучку. Я говорю, Наташ, когда ты меня не будет уже, я должен раньше говорить, да, всем благородство, потому что, ну и за возраст. Вот, то все, что вот эти все проблемы, что это как точная игра, там, любить все время, у тебя срамы встают. Ты не можешь ошибаться обратно. Давайте подумаем, что я не так сделал, чтобы меня сегодня пролился дождь. Да ничего вы не так не сделали. Почему с мужчиной не всегда так? Да ничего вы не сделали, так совсем не происходит, это нормально. Но когда у тебя есть этот зонтик, и он называется группа, ты можешь его так сделать, немножко отдохнуть от всех этих эмоций, которые нас вергают в жизни. Хоп, и написать песню. Поэтому это в целом универсальная терапия от всего. Поэтому я не думаю, что какую-то тему можно изжить, в нее можно вернуться, но за счет того, что вы теперь понимаете, что это только кино, в голове кино — это нереальность. Вы можете сказать, так, хочу ли сегодня смотреть кино про то, что я несчастный, непризнанный русский режиссер, или не хочу? Вот радикальная штука. Вот где совсем непримитивная тема. И именно из-за того, что медитация дала мне возможность посмотреть себя на стороне, я снял этот фильм, потому что я не особо стремился выглядеть в него круто. Я человек более тонкий, чем этот персонаж. Я просто хотел стать таким, как мудак, когда начали меня, он создал вот такой фул грамотный для основного произведения.
Я не, я совсем другой, что я об этом думаю, да. Ну, Наташа там жестко поступала, а ничего не было.